Всем привет! Еще раз с вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня все так же 27 марта. Я вот продолжаю таскать сюда томаты из дома. И уже как традиционно, как повелось у меня, в перерывах между работами я вот присаживаюсь отдохнуть и рассказываю вам, отвечая на вопросы, рассказываю, освещаю разные темы. Несмотря на то, что таскаю я сюда томаты, я сейчас продолжу разговор про огурцы. В предыдущем видео я вот заикнулась, что я даты посева выписала, но там была тема, как получить ранний урожай. Сейчас тема вот этого видео небольшого, когда приступать к посеву огурцов, чтобы получить ранний урожай. Солнце светит невозможно. У меня уже 32 градуса здесь, надо еще раздеваться. Смотрите, я выписала все даты, но это для сибирского региона. Вы понимаете, что вы, если у вас более теплый регион, вы смещаетесь на 7 или 10 дней туда, вперед. А если у вас более холодный регион, чем наш сибирский, Алтайский край, то на 7 дней позже. Я уже говорила, что мы высаживаем в открытый грунт без пленок, без всяких утеплителей 10 июня. И в этом случае самые первые огурцы с коротким сроком вегетации будут у нас в начале августа, примерно 10 числа. Про этот способ посева мы даже не будем говорить, что он нам не подходит. Мы хотим чуть пораньше. Вот смотрите, если вы хотите вырастить рассаду и высадить ее в сроки 25-30 дней, то вы уже получите первые огурцы на месяц раньше, то есть не 10 августа, а 10 июня. Тогда вам нужно сеять огурцы 10 мая. То есть начинаете 10 мая замачивать, высаживать, они проклюнутся. И вот рассада будет в возрасте 20-25-30 дней, вы ее высадите. Этим вы урожай получите раньше на целый месяц. Потом, если эту же рассаду вы не поленитесь и будете высаживать под пленочку, под какой-то парничок, то вы получите еще раньше свой урожай. Ну, то есть, так, 25 апреля можно посеять уже, 25 апреля у нас в сибирском регионе. В конце мая можно высадить через месяц, 25 мая, уже не 10 июня, а 25 мая. И 25 июня, то есть в конце июня под пленкой, мы уже получаем урожай огурцов. Дальше идем еще более ранний урожай. Если в теплице вот в такой, в холодной, но будете укрывать пленкой. Потому что у многих теплички огуречные, они все-таки снабжены и дугами, и пленочками. Так позволяет, вот эти всякие дополнительные укрытия позволяют нам получить еще более ранний урожай. Тогда мы уже можем сеять 10 апреля. То есть в первой декаде апреля, вот буквально прямо уже через 2 недели, мы можем начинать посев. 10 мая мы высаживаем вот в такую, в холодную теплицу, в необогреваемую. Но с учетом, что у нас есть нетканые укрывные, у нас есть полиэтилен, у нас есть дуги, у нас есть все, чтобы их сохранить. И тогда мы огурцы получаем в первых числах июня. Я вот говорила в предыдущем видео, что в прошлом году я посеяла 13 апреля, высадила 3 мая, это вот по последнему, ну как, по сценарию, по самому последнему, по самому раннему я делала. И 30 мая у меня уже был первый урожай, полноценный, уже можно было делать салаты. Конечно, для получения раннего урожая лучше всего выбирать огурцы скороспелые, ранние, с коротким сроком вегетации. У меня в прошлом году был зазуля, я даже не помню, сколько дней у него от всходов до созревания, но уже 30 мая вот такие зазули я рвала, полноценные, прям здоровые. Конечно, до этого тоже 1-2 огурчика, вот тот сорвет, другой сорвет, но полноценный урожай был 30 мая. Вот эти сроки, я надеюсь, помогут тем, кто ни разу, начинающим огородникам, кто ни разу, как, не пробовал, может, боялся рисковать, может быть, не знал даже, что можно так рано сеять, начинать огурцы. Конечно, тот, кто много лет занимается огородом, они все это знают, и для них это так, пустой звук. Но для начинающих огородников вот эта информация, я как советую
ее намотать на ус и начинать получать ранний урожай. Приступать пораньше, выращивать рассаду, высаживать под пленочку, высаживать под различные утеплители. Но не забывайте, что огурец, он теплолюбивый, ниже 15 градусов он не любит температуру. Все, до свидания. Я сейчас ослепну от солнца. Следующее видео я, наверное, буду все-таки про томаты говорить, потому что уже тут больше всего томаты занимают, конечно, место, но огурцы и капуста тоже важно. Все.